Красочный старт фестиваля гандбола, парад его участников. По традиции к ним присоединяются любители маскарада, спортсмены других видов спорта и жители города. Вообще отлично, очень хорошо. Каждый год гуляем здесь, вообще очень нравится. Это самый лучший турнир. Все хорошо. Мы приехали, чтобы победить! Детский фестиваль гандбола проходит уже 18-й раз. В этом году рекорд по количеству участников. 174 команды из 60 городов России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Это один из любимых спортов в Тольятти, и хочется отметить, что этот спорт развивается в Самарской области и очень активно. И как раз фестиваль гандбола, который проходит сегодня, это тот элемент привлечения детей в секции по гандболу. Это элемент развития массовой физической культуры и спорта. Игры будут проходить среди юношей и девушек в 4 возрастных категориях. По словам участников фестиваля, крупные турниры – это не только возможность прокачать свои навыки, но и встретить своих кумиров. Если бы в моем возрасте были такие, наверное, фестивали, я бы ездила с удовольствием. Во-первых, это дружба. Во-вторых, это общение, новые, не знаю, впечатления какие-то. Хотели просто проверить свой уровень, над чем надо работать. Впечатления очень море, команд очень много. Хотелось бы вообще со всеми играть. Победители турнира определятся 7 июня, когда пройдут заключительные матчи в группах. Тогда же пройдет церемония награждения лучших команд. Никита Плотников, Сергей Богатюк, Новости губернии, Тольятти.